Здравствуйте, дорогие друзья, мои гости, подписчики. Сегодня поговорим о бегонии. Я вам расскажу, как отличить клубневую бегонию от корневой. Ну, вы, конечно, скажете, да проще простого. У клубневой клубенек, а у корневой корень. Ну, конечно, вы правы, это так. Но если вы пришли в магазин или вы пришли на рынок, и вы увидели вот такой необычный цветок, и вам так захотелось ее купить, но вы не знаете, какая. Конечно, никто вам не разрешит рыться там в грунте и проверять, где какая бегония. Вы должны это уметь определять по внешним признакам. И вот сейчас на внешних признаках я и остановлюсь. Первое, на что вы должны обратить внимание. У клубневой бегонии, видите, вот такие резные листики. Какую бы вот я ни взяла, видите, вот они такие. Вот все они вот такие вот резные. Дальше. У этой же клубневой с обратной стороны, смотрите, вы видите, вот такие ворсинки. А у элатиорок совсем другая картина. Посмотрите. Видите? Вот. Они, конечно же, вот с зубчиками, но зубчики не такие. Блестящие, глянцевые. Здесь у нас пластина сверху. И под низом, если мы перевернем, смотрите, здесь нету никаких ворсинок. Если вам предложили не цветущую бегонию, но если цветущая, тогда здесь, наверное, проще простого. Посмотрите на мою бегонию вот эту. Вот. Это у меня корневая. Это элатиорка. Сейчас возьму поближе. Ой, как это. Вот посмотрите, сколько на ней цветочков. Огромное-огромное количество. А у клубневых такого количества нет. Вот посмотрите, видите? Вот они красивые, конечно. Вот. Но в основном, если у вас идет вот такое соцветие, то, как правило, там три цветочка. И они крупные. Не такие, как у элатиорок. Вот эта желтая, это тоже у меня клубневая бегония. Вот, посмотрите, видите? Вот какие махровые цветочки. И среди них есть вот такие простые. А у элатиорок такого нету. Видите, они все одинаковые по размеру и по форме. Следующий момент. У клубневых, смотрите, вот такая продолговатая форма листьев. Видите, вот все они продолговатые. А у элатиорок совершенно по-другому. Они более такие круглые листья. Видите, вот еще один отличительный признак. Следующий признак, по которому можно определить, это, конечно, только вот именно вот сейчас, в осенний период, ближе к зиме. В период покоя клубневые бегонии отсушивают, конечно, листья, и ствол отсыхает, и горшочек, как правило, остается просто пустой. А у элатиорок вот так вот они потихонечку отцветают, но листья у элатиорок не осыпаются. Вот таким образом они круглый год. Думаю, что вот эти пять признаков, которые я вам только что назвала, дадут вам возможность сразу определиться при выборе, какую бегонию вам купить. Вы сейчас можете идти спокойно на рынок и, вооружившись теми вот знаниями, которые я вам дала, купить 100% клубневую или же корневую бегонию. Именно сейчас, осенью, продается достаточное количество бегоний, и причем они продаются совсем по мизерным ценам, потому что у многих цветоводов они в избытке, и они не знают, куда их подевать. В магазинах, конечно, цена будет держаться стабильно, ну а на рынке, конечно, можно купить и подешевле. Друзья, благодарю вас за просмотр. Желаю вам отличного настроения, радости, везения, удачи. До следующей встречи. Пока-пока.